Приветище, это Мишаня в мрачной сказке, и мы продолжаем здесь шуршить и наводить шороху, собственно, чтобы нашу Алисию спасти. Я сейчас нахожусь в кишках у огроменной рыбины, в надежде на то, что она меня тут не переварит. Она пытается, но не переваривает еще пока, потому что не хватает у нее селеханек. Как бы она ни пыталась меня здесь уничтожить, вот всякими вот такими вот монстрюганами. Ну, кстати, на самом деле это не совсем рыба меня пытается убить, а какой-то, я не знаю, как это назвать, какой-то безбашенный ученый, который тоже сюда каким-то макаром попал, изобретает здесь каких-то здешних монстриков и ими же исследует, как они работают, ну, на мне, опыты ставит, короче, травит их на меня. Ай-яй-яй-яй, ясеньки. О, а ты откуда вылез-то? Откуда? А чё так вас много-то? Так, ты стреляешь, я в тебя постреляю бомбезными своими стрелами. На тебе. Блин, вот это сейчас будет опасно, он прям в меня кидается. Готовченько, фух. Давай подхилимся. Короче, он изобретал свои вот эти вот странные костлявые роботизированные существа. И нужно было их на ком-то испытывать. И тут попался я. Удачное существо, удачное Мишаня, на котором можно поставить эксперименты своих существ. Собственно, вот я теперь здесь как подопытный кролик. Это что такое? А это ничего, это просто летающая какая-то какуха. Ладно, тогда нам сюда. Опля. Надеюсь, что меня здесь не сцапают. Я выберусь отсюда. Ни один пух из моей брюшины не вывалится, ни один пушок. Я же плюшевый. Ни одна плюшка, я бы даже сказал. А, тихо, это опасно было. Кто-то там вывалился. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опа. Ну давай, подойди сюда. Нади. Отлично. Мне точно сюда нужно идти? Я слышу странные крики. У меня еще розенган есть, если что, я вас сейчас зарозенганю. Опасайтесь меня, бойтесь меня. Вроде как я двигаюсь в правильном направлении, я здесь еще не был. Но это... О, точно. Или не точно, точно. Я знаю точно, невозможно и возможно. Но это все не точно. Кажется, теперь сюда... Опаньки. Наверх может залезть? Можно вниз, а можно наверх. Давай наверх вначале, потому что мы и так постоянно вниз спускаемся. Что здесь? Ой, вот это сейчас все повылупается нафиг и будет мне больно. Бабошеньки. Вниз можно без опасения спрыгивать? Кажется, да. Я же правильно пришел? Ага. Вот это сейчас раздолбать попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой. Я раздолбал и... Ко мне пришли. Ничего себе, вы прыгаете. Вы чё? Дайте мне, подождите, подхилиться. Кто-то идет еще ко мне, нет? Вроде бы нет. Вот эту штуку не сломать, пока я их всех не перебью наверху. Ладно, пойдем разберемся сейчас с этими деточками. Костлявыми. Ой-ой-ой. На тебе. Взрывоопасненькие стрелочки. И тебе тоже. Все. Нет, там еще наверху кто-то был. 100%. Не подходи ко мне. Отбиваешь стрелы мои? А как тебе топор? Топора не хочешь заживать? Готов? Вроде бы все. Ну-ка. И открыто. И что же тут у нас? Дали мне немного опыта. Ну и освежили мою шерстку. Мою плюшевую плюшку. Хорошо. Запрыгивай, медведь. Ты же ниндзя. Ниндзя — это успешные паркурщики. Тогда теперь спускаемся вниз. И, возможно, я там сейчас встречу что-нибудь новенькое. Ну да, тут это, Пиноккио, смотри, он левитирует как-то. Давай-ка я заряжусь. Промахнулся. Надо посильнее зарядиться. Заряжаю. Ай-яй-яй-яй-яй. Есть, сбил ему. Мимо. Черт, давай постреляем в него. В сердце твое постреляю. Есть попадание, есть. Я здесь.
Я здесь. На тебе. Пробили сердце деревянного непонятного существа, похожего на Буратино Тортилу. Буратино Тортила. Хорошо. Сейчас фул ХП сделаю себе. Опля. Здесь есть кто? Здесь кто-нибудь есть? Отзовитесь. Четвертое физическое испытание – скорость. Испытуемый должен добежать до конца назначенной дистанции. А если мы никуда не побежим? Бежим! Куда бежать-то? Сюда? Или вниз? Подожди, можно вниз прыгнуть? Ну давай мы сбегаем в другую сторону. Вот так вот, вот сюда. Посмотрю, что тут. Ага, не зря я сюда побежал. Это хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько их там, ты посмотри. Вау, 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 вау. Божечки. Кто вас тут понарожал стольких? Стласно, очень стласно, не допрыгнул. Боже мой, я бегу. Фух-фух-фух. Там внизу, смотри. Блин, давай подхилимся. Сейчас надо свысока как плюхнуться-то вниз. Мишаня. Нет, я сейчас сдохну. Не буду туда плюхаться. Но мне, походу, кстати, именно туда нужно. А как мне это сделать? Удар снизу? Но я туда никак не доплыву. И не занырну. Может, воду надо как-то откачать здесь? Как думаешь? Надо здесь воду откачивать. Давай в обраточку сбегаем. Я, правда, туда не допрыгну. Хотя, если зацепиться... Вот. Вот как надо было сперва здесь сделать. Ё-моё, ты посмотри. Ай, прям на них упал, не смог зацепиться. Вот это их там армия. А вот и я, целёхонький. Ну, слушай, да, похоже, вниз нужно. Но как туда опуститься, я не знаю. Если там вода, как туда опуститься? Как туда опуститься, если там вода? Блинский. Где-то, может быть, рычаг есть? На скорость. Проверка на скорость. Добежите до указанного места. Да куда-то тут... Подожди, вот, смотри, лазечка есть. Или я отсюда упал? Возможно, я отсюда упал. Вот так грохнулся. Прикольно, что здесь сейчас никого нету. Может, мне в другую сторону надо бежать? Коконов здесь немереное количество просто. Вопреки неуклюжему внешнему виду, испытуемый весьма ловок и демонстрирует высокую скорость реакции. Теперь мне особенно любопытно, из каких же материалов он сделан. Он точно психопат. Я, короче, возвращаюсь обратно. Дело в том, что я тут видел где-то лазеечку. Наверх можно Вот она. Тут в потемках этих вообще ничего не разберешь. Куда идти? Какие-нибудь подсказки бы хотя бы сделали. Я не знаю, транспаранты или указатели. Куда дальше? К следующему испытанию пройти. Чувак, тебе нужно над логистикой своей рыбины подумать. Точнее, кишков. Ну, кажется, да, нам сюда надо. Если я не ошибаюсь, конечно. Я могу ошибаться. И мы сейчас вернемся капец как назад. Пятое физическое испытание. Полоса препятствий. Возможны побочные эффекты, такие как травмы головы, верхних и нижних конечностей, а также с высокой вероятностью летальный исход. Такие же побочные эффекты бывают у тех, кто меня разозлит. Ну, я не хочу оторванной конечности. Можно я просто спокойненько здесь пробегу, вот эти пилы? Они застряли, да? Наверху-то смотри, как закрутилось. Ядрёно. Опля! Чуть ноги не потерял. Кажется, тут прошли. Но дальше еще есть эти пилы. Вот, эта дорожка идет. Тут две пилы даже. Ой, одна наверх идет. Кажется, справились. Бегу. А наверху там вообще атас, что будет сейчас. Нужно вниз прыгнуть, да? Я, пожалуйста, так вот здесь спущусь. Пробиваем двери. Кия!
Ой, опять ты. Ну ладно, давай подойду к тебе. Раз броня. Не достал. Не достал. Да, два броня. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо подхилиться срочно. И давай я тебя постреляю. Готов. Левель ап. Есть левель ап. Сейчас что-нибудь прокачаем. Давай посмотрим. Что прокачивать будем? Наверное, топор. А как я, интересно, прокачал топор вот это вот? Если я вот это не прокачал. Еще больше повышает урон мощных атак. Ну, давай вот это вот вкачаем. Хотя нет, подожди, может меч? Ну, в смысле, копье. Повышает радиус поражения легкого оружия. О, кстати, неплохо, неплохо. А это что? Ускоряет восстановление рывка, неинтересно. Увеличивает продолжительность действия заряда. Какого заряда? Чего? Я до сих пор не могу использовать щит. Как его юзать, кто-нибудь мне бы объяснил. Хорошо. Могучий выстрел. В смысле могучий выстрел? Я могучий выстрел? Я вроде как топор качал. Могучий выстрел. Еще больше повышает урон мощных атак. Ну ладно, допустим, пусть будет могучий выстрел. Хорошо, я прокачал. Иду дальше. Мой могучий выстрел всех перестреляет. Здесь тупик. Куда не пройти? Ой, как он далеко улетел. Улетел. Хочешь мой могучий выстрел? А чё? Чё? Подождите, ребятки. Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Чёрт, прям к нему в руки. Я могу ещё подхилиться? Угу. Я думаю, что мне стоит бежать. Не стоит здесь задерживаться. Потому что ХП мне не доставит никто. Мне, пожалуйста, доставочку ХП организуйте. Подожди, я могу сюда прыгнуть? Тут что-то спрятано. О, опыт. Могу туда и сюда теперь спрыгнуть. Куда пойдем? Давай сюда сходим. О, отлично, зеркальце, это хорошо. Зеркальце, это хорошо. Что это за штука такая сверху, смотри? Генератор какой-то. Или Тесла. А это что такое? Пузырики, которые взрываются? Вау. Ну ничего себе, как вы взрываетесь-то. Испытуемый, которого мы в дальнейшем будем называть пациентом в связи с запланированной операцией, наконец-то прибыл в зону испытаний с опозданием. Ты не расстраивайся, зато я быстро тебя убью. Пациент все так же беспокоен и склонен к насилию. Осуществим анестезию методом оглушения тяжелым тупым предметом, прежде чем приступить к препарированию. Ты кого препарировать собрался? Анестезию проведет старший из моих настоящих детей. Вот это твой настоящий ребенок? Ты сумасшедший. Пациент повторяет отвратительные замечания, которые услышал от лживых фей. Я просил их подарить мне ребенка, но они не потрудились применить свое колдовство. К счастью, наука не лжет, и наука способна породить жизнь. Ну что ж, приступим к процедуре. Нифига себе! Как ты это здесь собрал в рыбине? Это твой сын? Ой, я аж от страха спрыгнул в воду. Это его сын? Это типа Буратино вот сам на самом деле? Потому что он же пытался оживить. Ну, Буратино сам хотел стать мальчиком живым. Я, короче, сдох над пузыриком. Ну нифига себе, это какой-то корабль, я не знаю, но он под управлением. Приступим к процессу. А, все по новой, да? Хорошо, давай. Куда в тебя стрелять, скажите мне? Может, в печку, которую он снизу? Он, кстати, говорит каждый раз, когда что-то хочет сделать, какое-то действие. Еще и сверху, с потолка, откуда-то сыпется что-то. Супер удар молот. Хорошо. Когда он ударяет, сверху падает что-то. Двойной удар. Ого, вот так вот даже, да?
Ой-ой-ой-ой-ой. Иди сюда. Я тут ничего не делаю. Да блин, это сколько сложно. Сколько раз тебе повторять? Нельзя говорить неправду. О-о-о. Марионеточка упала. Куда ты прыгаешь? Стой. Синхронный двойной удар. Да блин, вот это то, что сверху падает, это меня убивает. Так, 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 синхронный двойной удар. Я, кажется, нашел тут классное место. Вот здесь вот стоять, и тебя вроде никто не трогает. Я так посматривал сюда в угол. Адский вихрь, что ты будешь делать? Воу-воу-воу, ты и так можешь. Да ты реально чучело. Ну, в смысле, манекен. Да, неважно. Задел меня, да? Спокойненько. Подхилимся. Суперудар, ну все, дальше повторяется вроде бы все. Больше у него никаких приемчиков нету. А, даже гиперудар меня не достал здесь. Забавно. Сынок, но зачем ты его предупреждаешь? Извини, папа, я больше так не буду. Сынок, нет! Ага, я больше так не буду, но тебя сброшу. Интересно, кто говорит за него? Если он... Кстати, ты обрати внимание, у этого мужика 4 руки. 2 руки за спиной, вон, нифига себе, он их нарастил, что ли? Только сейчас обратил на это внимание. Ай, в воду упал. Или это пищеварительная жидкость? Что происходит? Он завис, что ли? Эй! Эй! Капец, он залип. Ну не, ну как, ну за что? О, разлип. Отлично. Я останусь здесь, постою. Подхилиться могу. Синхронный двойной удар. Но он, кстати, продолжает говорить, что хочет сделать со мной. Двойной. Я тут постою, покурю, хорошо. Да, до меня тоже тут не допрыгну. Ну что ты там, скоро дедушку свою скинешь? Опля. Сколько раз тебе повторять? Нельзя говорить неправду. Ага, сбросил его. Ну, е-мое. Я тебя сейчас добью. Чуть-чуть осталось. Давай, последний. Е-е-е. Эй, ты, скажи, как отсюда выбраться? Ты убил доктора. Я не стану тебе помогать. Скажи хотя бы, как сам доктор отсюда выходить собирался? Никак. Отсюда нет выхода. Кое-кто совершенно не умеет врать. Ну ладно, дай-ка я осмотрюсь. Вдруг чего найду. Даже если ты найдешь выход, все равно мы на дне моря. Спасения нет. Что тут у нас? Гвозди, шурупы... Доски, акулья кровь, материалы, из которых он делал этих странных существ. Мы не странные, мы обычные дети. Ага, пыльца водных фей, это нам пригодится. Вы феи и живьем-то бесполезны. Кому нужна эта ваша пыль? Эта пыльца защищает от воды. В океане без нее никуда. Эй, ты, полено говорящее, если не скажешь, как нам отсюда выбраться, ты тоже погибнешь. Ну и пусть. Я вам ничего не скажу. Косолапы, у нас уже нет времени. Нам пора. Чтоб его. Тлеющие искры превратились в голодные языки пламени. Вскоре начался настоящий пожар, и Мишке с Искоркой пришлось бежать. Лабораторию охватило пламя, и утробу рыбины заволокло густым дымом. В конце концов, гигантской акуле стало щекотно, и она изо всех сил чихнула.
Мишка с Искоркой не упустили свой шанс. Они мигом вылетели из рыбьей пасти. И прямо на морское дно, где их окружила таинственная тьма.